Здравствуйте. Для копчения рыбы можно применить самодельную коптильню. Ее габариты 200 на 200, 250 по высоте. Для копчения нам понадобится окунь. Внутренности вычищены. Маленько подсаливаем. Но не сильно. Значит, можно добавить для остроты, на ваше усмотрение, какие-нибудь специи, лучок зелененький или что-то еще. Ну, маленько нафаршировать его. Дальше берем марлю и укладываем ее на противень. На решетку. Кладем окуней. Закрываем марлей. Значит, при таком способе копчения, значит, у нас получится золотистый такой окунь. Он не пригорит. Укладываем в коптильню. Поддон. И ложим стружку. Значит, это стружечка специальная. Можно примить ольху. В данном случае применилась яблоня, то есть из лиственного дерева можно нам это дело заложить. Закрываем крышкой. И ставим на огонь. В зависимости от огня, время копчения будет 15-20 минут. Снимаем коптильню с огня. Достаем нашего копченого окуня. Получилось вот такое копченое блюдо. Как видим, окунь запекся, прокоптился. И готов к употреблению. Имеет золотистый оттенок. Спасибо за внимание. До свидания.